Здравствуйте, добрый день всем. Так, где презентация? Презентация загрузила. Всем видно презентацию? Есть, и звук есть, да? Все, отлично. У меня большая просьба, поставьте на запись, у меня Фастун сегодня не хочет работать. Спасибо всем огромное, кто пришел сегодня на этот мой вебинар. 224 человека, отлично, молодцы. Меня зовут Екатерина Чернецова, я сейчас в открытом звании директор. Четвертый каталог из 8 идет, сейчас четвертый каталог. Буду звание закрывать в 5-м каталоге этого года. Сейчас я вам немножко расскажу, о чем мы сегодня поговорим, а потом мы с вами подробнее познакомимся. Погромче немножко сделаю, вот так, получше, а? Получше, не шумит, не фонит. Все. Так, познакомимся мы, конечно, с вами. Потом я вам расскажу, почему я выбрала наш проект, почему все-таки моя компания Oriflame, моя любимая компания Oriflame. Ну и, конечно, подробнее о сути проекта, откуда деньги в проекте, что нужно конкретно делать для того, чтобы достичь успеха. И как вы будете обучаться методам работы, что вы получите, самое главное, что вы получите в результате работы. Ну и, конечно, такая тема обширная, что мне дал проект, мои мечты и цели на будущее. Ну теперь подробнее. Вот это моя семья, у меня два сыночка Лапочки, да, Сашке 12 лет, Илюхе 8 лет. Не такие они у меня и маленькие, ну, хорошенькие, еще маленькие, для мамы всегда маленькие. Мы живем в городе Армавире Краснодарского края, я из России. У меня мама и бабуля просто замечательные, маме 63 года, бабушке 83. Такая семья позитивная, замечательная. В сентябре 2003-го, 4 сентября 2003-го родился Санька. 4 марта 2007 родился Илюша, а я между ними 4 июня 1978 года. Сейчас мне 37 лет, 38 идет. Я, конечно, довольно счастлива, да, что я в этом проекте, но чтобы прийти сюда и добиться вот тех результатов, которые сейчас у меня есть, это, конечно, нужно было пройти мне очень многое. Пройти наемную работу, пройти два декрета, да, и возможность, в принципе, уже со вторым ребенком экспресска существовала, и предложения мне шли, но я на них никак не реагировала. Между первым и вторым декретом я работала, у нас с мужем был обувной ларек на центральном рынке в Пятигорске, я ездила за товаром, за обувью, тут у нас недалеко совсем Пятигорск, и вот так мы работали. Саньке было год и 8, когда я вышла, и проработала я, конечно, до второго декрета, там полтора года примерно. Что получилось потом? Второго я родила, 3 года с ним, но уже на третьем году жизни, когда Илье 2 года исполнилось, уже стали заметны проблемы с его здоровьем. То есть он развивался, но не по возрасту. Речь, первые слова там в год были, они исчезли. Много-много других проблем, о которых я сейчас не хочу заостряться, останавливаться, это другая абсолютно тема. Но, короче говоря, назревал конфликт. Я вышла на работу, когда ему было 3 года, в тот же самый ларек, но я поняла, что развод неизбежен. Развод между нами неизбежен, это, конечно, было очень больно. Сами понимаете, 2 деток, да, их нужно растить, нужно кормить. Но в то же самое время я прекрасно осознавала, что лучше я останусь одна с детьми, чем буду терпеть, ну, определенно от мужа, так можно сказать. А с тех пор мне пришлось идти на наемную работу. Я и работала на продуктовой базе в сырном холодильнике, где там тяжести очень большие, сыры по 14-16 килограмм приходилось таскать. Но мне выбора особого не было, потому что у меня было 2 детей, тем более малой с такими проблемами, нужно было их кормить, лечить, одевать, обувать, за школу платить, ну и все остальное прочее. Потом я уволилась, нашла более легкую работу. Образование у меня среднетехническое, у меня высшего образования нет.
Я бухгалтер-экономист по своей специальности. Бухгалтером я, конечно, работала. Сначала вела бухгалтерию у мужа, у него своя фирма. А потом я еще работала на... еще до декрета. Работала на предприятии бухгалтером. Но вся моя основная сфера деятельности – это торговля. Это продавец, это кассир. Вот было с этим связано. И так я уволилась и ушла в магазин семян. Там я и кассиром была, и продавцом, и грузчиком. Ну, короче говоря, как в наших небольших вот таких магазинах приходилось выполнять всю работу. В принципе, работа меня устраивала, там особый напряг был, вот время вот такое вот начиналось после Нового года и до июня месяца, когда шла оживленная торговля семенами, семенным картофелем и всем остальным и прочим. А потом было полгода где-то совершенно затишье, летом вообще не было никого. Ну, естественно, я сидела это время на одном окладе, пока торговля, пока там и заработки более-менее так, можно было что-то себе позволить, деткам купить, а все остальное время это оклад, это мизерный оклад 8 тысяч рублей, на который вообще практически прожить невозможно. Но тем же временем на Илюшу оформили, врачи направили, она с Краснодар, после долгих мучений, после долгих вообще поездок туда, оформили группу инвалидности. Ну, деньги невеликие, но я вам хочу сказать, что в то время они были, ну, такой капитальной поддержкой мне, что, ну, с ними стало намного проще. Но как оно получилось? В мае 2013 года я узнала, что правительство Российской Федерации вводит дополнительные меры поддержки для неработающих родителей детей-инвалидов. Зарплата у меня была 8 тысяч, а пособие именно вот неработающим родителям 5500. И так я уволилась. Мы тут на семейном совете подумали, маме очень сложно было. И поэтому... я уволилась и посчитала, что пусть лучше я буду дома, может, я где-то еще подработку найду, но я буду дома с детьми, чтобы было именно маме полегче. Вот так я в мае 2013-го уволилась. В проекте я с конца 2013 года, в 2 года полных уже в проекте. Вот это моя предыстория. На сегодняшний момент я интернет-предприниматель, у меня оформлено индивидуальное предпринимательство с 21 сентября 2015 года. Вот это свидетельство мое, которое мне выдала налоговая. Вот так. В принципе, коротко я рассказала, да, коротко я рассказала. И теперь я вам расскажу, вообще хотела, так, в общем, о себе рассказала, а теперь мне задала самый главный вопрос, кто присутствует здесь на вебинаре. Есть у нас сегодня те люди, которые еще вообще не зарегистрированы в компанию, в наш проект. Есть те, которых, ну, просто пригласили вас на эту встречу, но вы еще не прошли регистрацию в компанию. Если есть, то поставьте 5, вы у нас будете сегодня отличниками. Если нету, то я рада всех приветствовать. Знаю, что сегодня новичков. Вот, есть у нас такие люди. О, и вас много, это здорово. Вот сегодня как раз-таки вебинар этот практически для вас, чтобы вы поняли всю суть проекта, поняли выгоду проекта, да, и остались с нами, начали активно работать, развивать, строить свой бизнес вместе с нами. Сейчас у меня открыто звание директор, я уже сказала, я старший менеджер компании, 4-й каталог из 8. А новичков я, конечно, сегодня так немножко помотивирую. У меня хоть еще не такие высокие доходы и выдающиеся достижения, но то, что происходит последний год со мной, меня очень радует, потому что такого в жизни у меня еще никогда не было. Я довольна. Довольна то, что вообще пришло в мою жизнь, ворвалось. И я, конечно, не складываю руки, я работаю дальше, потому что у меня цели, планы просто грандиозные. Сколько веточек я потом
подробнее расскажу. Сейчас мы остановимся на том, почему я выбрала все-таки наш проект. Это, конечно, работа в удобное для нас время. Вот сами понимаете, двое деток, плюс у меня ребенок такой на руках. Естественно, у меня очень много времени уходит на дом, на семью, на занятия с Илюшкой, да. А, то есть я работаю тогда, когда мне удобно. Я утром встала, позавтракала, всех накормила, завтрак приготовила, посуду перемыла, села, отдалась до обеда. А мама, конечно, мне очень помогает, там и кушать приготовит, и за детками посмотрит, и уроки у старшего проверят. Я очень много уделяю времени работе, очень много, да. Но мы работаем тогда, когда удобно. В обед потом я поработала, потом еще я вечером много работала. Но как бы дробная у меня вот эта работа. Я присела на 2-3 часа, отдалась полностью, сделала один объем работы. Потом я приступаю за другой, потому что сейчас, конечно, помимо приглашения людей, уже работа с командой. И лидерская работа, подготовка таких презентаций занимает очень много времени. Вы будете работать тогда, когда у вас будет время. Это не означает, что сегодня я поработал, сегодня я хочу, а завтра я не хочу, я не буду работать. Так результатов не будет. Нужна систематичность, конечно, ваших действий. То есть каждый день, да, выходные могут быть, и они должны быть, в принципе, как на обычной работе, но они не должны так, что вы один день поработали, а 6 дней отдыхаете. Наоборот, 6 дней поработали плодотворно, один день отдохнули. Бесплатное обучение. Вот такие вот у нас идут и общеструктурные вебинары, такой как сейчас. И вечером по рекрутированию у нас идут вебинары, на которых учат именно как правильно работать в социальных сетях, на досках объявлений и так далее. Точно так же у каждого директора уже в нашей экспресске есть свое обучение, есть обучающие сайты. Есть вот такие вот онлайн-презентации, да, на которых вы будете обучаться. Они абсолютно бесплатные. У нас нет вложений, что очень важно. Я когда пришла, мне очень понравилось, что не нужно вкладывать, да, то есть не нужно вообще никакого стартового капитала, все мы приходим сюда с пустым карманом, с нулем, начинаем с этого строить свою карьеру и выходим на хорошие доходы, то есть рисков у нас абсолютно никаких нет. Возможно совмещать и нужно совмещать, если у вас нет дополнительных, ну, если у вас основная работа, да, и здесь еще нет доходов, то, естественно, вначале вы, конечно, сложнее. Я согласна, то, что сложнее, то, что нужно совмещать и на основной работать, и здесь работать. Но перспектива такая, что когда вы сравняетесь в доходах с основной работой, вы сможете уволиться и уже жить, планировать свое время, именно жить, понимаете, а не зависеть от начальника, от будильника и от всего остального. Точно так же с работой. У нас много студентов приходят, которые начинают бизнес еще, когда учатся. То есть это тоже у них уникальная возможность, такая с самого раннего возраста своего юношеского начать карьеру строить. Быстрый рост. У нас потрясающие результаты. Да, вот у меня не сильно быстрые результаты, но есть у нас, и то я все равно довольна, что они у меня пришли наконец-таки в мою жизнь. А есть у нас люди, которые за 3-4 месяца, за полгода выходят на уровень директора и начинают зарабатывать от $500 в своем эквиваленте страны и выше. Бизнес под ключ, то есть все продумано уже за вас. Вам не нужно ничего додумывать вначале, вы действуете по инструкциям тем, которые вам предоставляют. Конечно, уже позже творчество у нас приветствуется только, энтузиазм, вдохновение, это никто не отменял. Но наша работа, как вы уже поняли, подходит всем, да, подходит всем, начиная от мамочек в декрете, это основной, конечно, наш такой контингент, да, с которым мы работаем. Также и студенты, и пенсионеры, те, которые вот у меня в команде есть такие, которые вышли на заслуженный отдых и начали строить карьеру. А что женщины там вот в России 55 лет, а кто-то даже с 50 выходит там по определенным порядкам на пенсию. Вот еще вся
энергия все сохранено, интеллект сохраненный, да, и начинают работать. Люди с ограниченными возможностями. У нас даже вот уже Оля Романова, инвалид первой группы, она достигла очень хороших результатов, она уже директор или даже золотой директор. Ну, то есть и такие люди, которые дома, которым нужен заработок и не дополнительный доход, как многие считают, что Oriflame – это дополнительный доход, это доходы очень высокие, и это я потом дальше продемонстрирую вам. Вот почему я выбрала наш проект. Почему же все-таки компания Oriflame? Это прежде всего первое и основное – это надежность. В следующем году будет юбилей компании 50 лет, чего мы, конечно, очень ожидаем. И будет бриллиантовая конференция в Майами, многие поедут уже из наших вышестоящих лидеров. Это, конечно, очень приятно, когда компания оценивает твои заслуги, да, перед ней и везет в заграничные путешествия. На косметику и средства личной гигиены всегда будет спрос. Ну, такая пословица, но она правдивая на самом деле. Женщина булку хлеба не купит, но шампунь купит и голову помоет. Это однозначно, потому что все мы моемся, мужчины у нас бреются, женщины мы красимся, ручки содержим в порядке, мажемся кремами для того, чтобы быть молодыми, красивыми. Гарантия качества 100% на всю продукцию, то есть вся она испробована на добровольцах, она не тестируется на животных. Прежде чем ее выпустить именно в серийное производство, проводятся многогодичные исследования именно на людях, а не на животных. То есть уже изначально компания не допустит такого, чтобы, да, выпустить какой-то крем, который может навредить вашей коже, сжечь там ее или наоборот усилить возникновение морщин или еще чего-то подобного. Вот сколько я уже испробовала, конечно, что-то есть у меня любимое, нелюбимое, но подходит мне все. Подходит мне все, к чему прикасались мои руки, нет ни на что вообще абсолютно аллергии. Что очень приятно, что у нас и доходы наши, и премии, они привязаны к курсу доллара. То есть если весь мир страдает от того, что курс доллара растет, мы тут защищены, у нас идет доход, именно привязка к доллару и премии. Если вот за уровень директора 1000 долларов премии дает, мы даже радуемся, что у нас, ну, что курс подрос, значит, мы больше получим, конечно, в своем эквиваленте. Если в России, то в рублях мы получаем, если Украина в гривнах, Казахстан в тенге, ну и так далее. Пассивный доход с уровня золотой директор. Что такое золотой директор? Это когда у вас вырастает два директора в первой линии под вами. То есть сейчас, конечно, нужно приложить усилия свои для того, чтобы вырастить вот этих двух директоров. Вот те, кто новички, у меня уже, конечно, более глобальные цели на этот год. Открытие сапфирового директора, у меня растут уже 4 группы. А для новичков сразу берите курс на золотых директоров и выше, да. То есть когда уже будут под вами две директорские группы, то вам уже переживать не за что и постоянно, ну, работать не придется. То есть вы можете добиться вот этого уровня золотой директор, я потом вот подробнее там на слайдах у меня есть, расскажу, и больше не работать. Но как обычно, аппетит всегда приходит во время еды. Когда добиваешься определенных результатов, кажется, вначале золотой директор – это вообще что-то такое неосуществимо, когда приходишь к этому результату, или даже вот я еще не дошла до этого уровня, но я знаю, что в этом году он у меня обязательно будет уже, естественно, я ставлю более высокие цели, потому что я вижу, какие там доходы, прежде всего доходы. Бизнес, передающийся по наследству, что, а как вообще можно говорить, все это неправда, это все правда. Согласно кодексу компании, уставу компании,
вы можете передать вот каждому после регистрации присваивается номер консультанта. Номер вот этот вот можно передать своим детям, мальчикам, девочкам, кому угодно, и они дальше продолжат ваше дело. То есть вы мало того, что сами будете жить хорошо, вы еще и передадите по наследству своим детям то, что вы начали, чтобы они, конечно, развивали или даже просто пользовались плодами вашего труда. Поездки за границу за счет компании. Это вот с уровня «Золотой директор», о чем я говорила. Я когда пришла вот в прошлом году, был лайнер, да, куда ездили наши вышестоящие спонсоры по трем странам. В этом году была Валенсия, а в следующем году еще пока под вопросом Турция, но мы думаем, что переменят, конечно, в связи с этим, ввиду с событиями, которые недавно сложились. Но то, что достигнув этого звания, этого уровня «Золотой директор», вы будете за счет компании полностью ездить по миру, это однозначно, это, конечно, очень приятно и очень радует. И еще очень приятно, что у нас не 12 зарплат в году и не 13, да, если кому-то даже премии дают на основной работе, у нас 17 зарплат в году. Вот сейчас идет первый каталог, он самый длинный по протяженности, он идет 4 недели, ну, потому что понимаете, да, что, ну, праздники все люди уже в преддверии Нового года ожидают, и после Нового года немножко хочется отдохнуть. А теперь вот как раз-таки у нас уже началась такая активная работа, еще 2 недели у нас каталога есть впереди для того, чтобы активно поработать, получить хороший доход за этот каталог. Все остальные каталоги, они идут 3 недели. И таким образом получается именно 17 зарплат в году. То есть еще ту не успел потратить, уже новая пришла. По итогам каждого каталога подводится итог компании, приходит глобальный отчет, где видно все начисления, все дисконты, бонусы, золотые, директорские, кто добился этих званий, и как по часикам компания платит. То есть закончился каталог, вот самый приходит первым, это Казахстану. Вот они у нас во вторник, в среду после открытие нового каталога получают, потом в четверг мы в России получаем, в пятницу получает Украина. И как по часикам мы уже вычисляем, ага, вот каталог закончился, придет зарплата следующая. То есть ты планируешь свой бюджет, и вместе с тем, что зарплата приходит чаще, а не раз в месяц. Какова же суть проекта? Суть проекта очень простая. Очень простая. Это первое, это личное потребление. Скажите, кто пользуется вот этими вот продуктами? Зубной пастой, шампунью, кондиционером, кремом для лица, для рук. Пользуются все? Все пользуются. Ну вот видите, все пользуются. Так для чего выручает тот магазин, да, хозяина магазина, вернее? Если можно выручить, так можно сказать, себя. Конечно, поэтому суть проекта подразумевает полную смену магазина на компанию. Да? Вы не покупаете ничего, что вы раньше покупали в магазине из средств ухода за собой, а покупаете все только здесь. Ассортимент компании очень большой, это не только косметика, как многие думают. Это прежде всего уходовая косметика, да, как мы ее называем, начиная от зубной пасты, шампуня, мыла, геля для душа. Потом, естественно, это основной пласт, это косметика, это ароматы, это губные помады, это тональные средства, это туши, ну и многое другое. За кожей, да, все женщины, вот уже у нас компания позаботилась именно о сериях кремов для различных возрастов. Начиная от молодой кожи, с 25 лет у нас идет серия, и по возрастам до самой-самой зрелой кожи. В этом году Nova Age шикарнейшую серию запустила компания для женщин от 40 плюс и выше.
Просто шикарные, конечно. Я пользуюсь по своему возрасту пока экологеном, мне очень нравится. Ну и труп-префектом я вот все равно иногда чередую, пользуюсь. Но в сторону, конечно, не возрастания, а Nova Age 40 я еще не использовала. Именно в сторону, ну, понижения возраста я пользуюсь труп-префектом. И тот, и другая серия мне очень нравится. Потом детская серия, да, абсолютно гипоаллергенная, с нуля. Тальки, присыпки, масло, шампунька для волос и тела, все это есть в компании. А для тех, у кого сильно чувствительная кожа, ну бывает такое, что у взрослых очень чувствительная кожа, мы рекомендуем пользоваться детской серией, она абсолютно гипоаллергенна. И вот этот наш шикарнейший детский крем, он вообще заживляет еще лучше, если дети страдают, у меня Илья страдает атипическим дерматитом, да, то мы пользуемся только этим кремом и никаким больше. И больше нам, в принципе, вообще ничего не надо. Он отлично ухаживает за кожей, за всем телом. И потом отдельно, конечно, идут аксессуары, есть они, их немного, но это есть. Но отдельно я хотела остановиться на продукции Wellness. Продукция Wellness – это продукция здоровья. Это прежде всего высококачественные витамины, очень высокого качества, полностью натуральные. Wellness Pack женский, Wellness Pack мужской. Да, я вот уже на постоянке практически 2 года принимаю Wellness Pack женский. Всей семье своей покупаю Wellness. Сначала это, конечно, было немножко, ну, тяжеловато. Сначала заказами набирала, теперь я уже могу позволить на своем уровне, чтобы мы, вся семья наша пила Wellness. Деткам я рыбий жир по подписке заказываю, плюс витамины им уже, которые вот в синие баночки, они уже у меня повзрослели, для них детские уже слишком слабые. Плюс даю плюс аксоцинтин, наши шикарнейшие коричневые капсулы, которые позволяют абсолютно практически не болеть. А если и болеем, то поправляемся за 3-4 дня, а не за 2 недели или месяц, как раньше. Это только нужно пробовать, да, Wellness Pack помогает преодолеть именно, восстановить вашу иммунную систему, ну, настолько, чтобы она справлялась со всеми вот этими негативными атаками на вас, да. Нужно, конечно, прежде всего верить, пить, и поможет. Также Wellness – это средство для похудения, наши замечательные коктейли, батончики, супы. Вот у нас есть Ниночка, да, наша Копол запускает то школу красоты, то школу Wellness. И наши девчата, вот у меня, ну, нормальная структура тела, мне не нужно ни худеть, ни поправляться, а наши девчонки, кому нужно было похудеть, похудели и на 20, и на 30 килограмм. Кому нужно, наоборот, было поправиться, они поправились. То есть, да, их организм уже, ну, перестроился под влиянием витаминов и начал нормально работать. Вот это я остановилась на личном потреблении. То есть ассортимент, вы поняли, он очень-очень большой, огромный. Выбрать есть из чего. Второе, чтобы добиться успеха, просто покупать, этого и мало. Это не приведет никаким результатам. Для того, чтобы вырасти до уровня директор, золотой директор и выше, нужно приглашать людей в свою команду. Как это мы учим, уже я сказала, на вечерних вебинарах, плюс у каждого директора есть своя школа. Вы этому всему научитесь, вас пошагово направят, вы выберете социальные сети, да, в которых вам очень комфортно будет работать. Это работа не беготня по улицам, да, зазывание людей, а именно работа дома за компьютером в то время, когда вам удобно. И, конечно, нужно обучаться, как я уже сказала, и работать со своей группой. Когда у вас уже появился хоть один новичок, хоть один, это, у вас уже есть ключевой лидер, да, партнер. Когда вы активно работаете каждый день, то каждый день к вам приходят в команду активные люди, и у вас команда растет, что очень приятно.
что ваша команда растет не только от привлеченных именно вами людей, а наш бизнес, он дублицируем. Ваши партнеры начинают повторять ваши действия, таким образом команды очень быстро вырастают. Вот это основная суть. Это понятно всем? Всем понятно? Если всем понятно, то пойдем дальше. Да, именно новичкам всем понятно, отлично. Конкретно, вот уже я вроде так и обговорила, но хочу сказать, что скидка у нас сейчас на всю продукцию компании 20%. В том году она еще была 18%. Сейчас компания так заботится о нас, что она подняла именно скидку до 20%. То есть, если вы смотрите каталог, сразу отнимайте 20%, и это будет ваша цена. Конечно, если вам нужно настроиться на активную работу, и вам нужно идти именно, понимаете, на позитиве, на хороших, добрых эмоциях, вот тогда к вам будут приходить вот те бриллиантики, да, ключевые партнеры, которые точно так же на этой же волне будут повторять ваши действия. Тогда работа в радость, в удовольствие, тогда, естественно, на таком энтузиазме, что ты себя просто оторвать от компьютера не можешь, серьезно, потому что ты знаешь, что тебя здесь ждут. Там много вопросов новички задают, да, и ты вот что-то сделай, бежишь, чтобы помочь именно своим бриллиантикам. И работать с группой крайне важно, потому что если вы будете просто в себе накапливать объем знаний, не будете делиться со своими людьми, то результата не будет. Ваша задача – передать ваши знания. Пока вас мало, это, конечно, можно созваниваться, вот как мы созваниваемся и по телефону, и по скайпу, и просто иногда переписываемся что-то новичкам, там на фото объясняем, да, по-всякому, бывает скайп есть, бывает скайпа нету, по-всякому разному, но ваша задача самому научиться и не затаивать себе эти знания и ваши чувства, да, по отношению к проекту, а поделиться вот этим светом, и тогда успех быстро-быстро уже придет к вам. Для тех, кто пришел сюда сразу за деньгами, я хочу сказать, что компания заботится о всех, о тех, которые хотят и быстрых денег, да, в том числе. А для консультантов с большими заказами уже скидка не 20%, а 32%. Заказ на 150 баллов, вот в российских рублях это где-то 7-8 тысяч рублей. 7-8 тысяч рублей, нет, 6-7 тысяч рублей. Если у вас такие вот большие заказы, то у вас скидка уже не 20%, а 32%. И таким образом, да, 5-6, смотря, конечно, вот что заказывать. Если вы заказываете высокобалловые продукты, такие вот как крема, да, или wellness наш, то, конечно, там по сумме выйдет больше. Если вы заказываете аксессуары, да, заказывайте аксессуары, то там уже по стоимости, конечно, будет дороже, а баллов меньше. То есть сразу вы можете и начать, конечно, предложить свой каталог, показать каталог знакомым и сразу начать зарабатывать. Вам на следующий каталог уже будет начислена объемная скидка, простите, и вы уже сможете воспользоваться вот этой вот скидкой в счет оплаты за следующие заказы. А по мере того, как будет расти ваша группа, естественно, начисления будут возрастать. Каталог можно, первый заказ вы оформляете, вам всегда в этот первый заказ вкладывается каталог следующего периода. Для новичков вкладывается и этого периода, и следующего, вот как для нас уже старичков таких, только следующего периода. Да, скидки все больше и больше. В конце концов, вы оплачиваете, если вы являетесь постоянным членом премьер-клуба, то уже вы оплачиваете всего 40%. Вот у меня пока ИП не было оформлено, у меня компания 60, а то 65% именно списывалась объемной скидки, остальные я уже вносила наличными.
Компания Oriflame – это компания прямых продаж, то есть нет вот этой цепочки, как в магазине, да, от оптовой базы крупной, от производителя оптовой базы крупной, потом более к мелкой базе, потом в розницу поступает. Вот этой цепочки нет. И накруток, естественно, этих нету. В компании сразу от производителя, с завода, да, заводы у нас в 6 странах мира, в том числе есть и в России, сразу идут к потребителю. То есть сервис от производителя приходит товар, продукция в сервис-центр, там собираются заказы и отправляются вам. То ли курьером, то ли через, вы можете получить в сервисном центре, то ли через маленькие пункты обслуживания, сервис такие, да, через офисы. И курьером доставка есть, смотря в каком городе, в какой стране вы живете. О подробностях вот этих, как вам лучше организовать, оформить доставку, это именно индивидуально к своим спонсорам. И убирая цепочку посредников, компания именно позволяет оплачивать вот эти вот нам зарплаты. То есть она не тратит на рекламу деньги свои, а она дает их консультантам, менеджерам, директорам, которые приводят покупателей для компании. Вот так. Откуда деньги в проекте? Все поняли, откуда. Компания платит именно за созданный товарооборот, за ваш личный и за объем покупок или продаж вашей группы. Чем, естественно, больше товарооборот, тем больше вы получаете. Чем больше у вас групп, которых вы растите, тем, естественно, у вас доход будет больше. Все уже поняли, да, как его организовать, нужно сменить магазин и мыть голову не чистой линией, а именно шампунем Oriflame, чистить зубы не блендометом, а нашей пастой. И работаем мы, у нас, конечно, сейчас столько уже социальных сетей, мало того, что мы все попривыкали, начинали с одноклассников, ВКонтакте работать, сейчас мы работаем и в Инстаграме, и на досках объявлений, и в кругу друзей, и очень-очень много таких социальных сетей, где успешно можно находить своих ключиков, своих бриллиантиков и выстраивать команды. Вот такая таблица доходов в Oriflame. А, конечно, в начале доходы небольшие. Вначале будет доход у вас идти, если вы свои, например, 150 личных товарооборот сделали, да, к вам придет сразу скидка на следующий каталог, и вы сможете воспользоваться. Если уже под вами подписаны люди, то ли спонсор привел, подписал, то ли вы уже кого-то пригласили, естественно, скидка будет только расти. А когда у вас команда в 500, 600, 700 человек, и вы открываете звание директора, тогда, конечно, уже доходы очень-очень высокие. Но сразу хочу сказать, что нужно цель поставить не на старшего менеджера, не на директора, да, сразу поставить на золотого директора. Когда начинается пассивный доход, сразу нужно одну группу строить вместе со спонсором, потом вторую свою начинать и таким образом вывести вот этих двоих людей, которые будут активны на уровень директора. Вы откроете звание золотого директора и тогда сможете уже и пассивный доход иметь. И, конечно, не нужно останавливаться, нужно расти дальше, нужно приумножать свои доходы и расти. У нас великие, величайшие примеры, я буду оды петь в честь нашей Анечки Черны, да, которая организовала наш проект. Огромное спасибо и низкий поклон за то, что такая умная голова придумала проект, благодаря которому уже почти 500 человек в директорском чате, 480 с чем-то, уже 400 под 90, уже зарабатывает за эти короткие 4 года работы. А Аня, конечно,
идет все выше и выше. И здесь уже, конечно, даже дело не в доходах, а я понимаю, это уже просто глаза горят на название, на признание от компании. Желаю каждому добиться таких высоких результатов. И поверьте, что их не так сложно добиться, как кажется на первый взгляд. Все дело прежде всего в вашей вере, в нашей голове, ну и, конечно, в том труде, который вы приложите. Не ленитесь, не ленитесь, самое главное. Действуйте, и тогда вам придут такие же высокие результаты. Вот это... Великая женщина Тамила Полежаева, она хоть, конечно, не с экспресс-карьеры, но ей можно тоже отдать такую хвалу, то, что она добилась, и благодаря ей компания еще две ступеньки наверху лестницы успеха пририсовала, и она вот пока единственная, конечно, получила вот этот заветный чек на $1 000 000. Ее, к сожалению, нет сейчас живых, но ее дело продолжает и муж, и дочери у нее есть, они продолжают ее дело. Ну и, конечно, наша Анечка, которая открыла уже сапфирового исполнительного директора, уже вот-вот на носу президент. Это просто, конечно, ну, сумасшедшие, потрясающие результаты. И посмотрите, сколько директоров вот на нижнем слайде. Это наша украинская делегация на банкете директоров. Конечно, она самая многочисленная, потому что оттуда пошла экспресс-карьера. Ну и в России сейчас очень много уже директоров. И вот мы уже стараемся, да, именно в 2016 году пополним ряды директоров на банкете. И нас еще будет больше. О чем я говорила о пассивном доходе? Это очень важно. Важно растить директоров. И в первой линии, вот можете видеть, вот вы, например, да, под вами выросла Оля до 22% и Петя до 22%. Вот когда у вас две группы вырастают, вы с каждой группы начинаете получать 5% доход. Естественно, если у вас не будет не 2, а 3, 4, 5, 10 или 20 групп, то, естественно, ваш доход будет больше. Но также мы растим и глубину, то есть людей мы подписываем по цепочке друг под друга, таким образом выстраивая стабильные крепкие группы. И с каждого выращенного директора в глубине вы со второй линии получаете 2%. Чем больше у вас глубина директоров, то, естественно, у вас доходы больше. Расти директоров на самом деле выгодно. И вот наша цель, да, не то чтобы самим получить, мы понимаем, что прежде всего нужно отдать частичку своей души, отдать свой труд своим партнерам, помочь заработать именно тем людям, которых вы пригласили. Вот когда вы поможете заработать, вы и сами будете зарабатывать, и у вас уже будет такая дружба между вами, такие, ну, близкие отношения, которые, ну, бывают в обычной жизни, не бывает, да? А здесь я же говорю, вот у меня такая потрясающая команда, о ней я позже расскажу, что просто мы уже здесь... Ну, как, не то, что как подруги, как родные, как семья, вот как семья. Всем желаю такого же. Теперь я, конечно, остановлюсь на самом таком приятном, что мне лично дал проект. Это, конечно, уверенность в будущем. Можете представить, какое было мое положение. Ребенок-инвалид, старше на 3,5 года Саня. И никаких перспектив, не на жизнь нормальную, что там той пенсии, ничего, абсолютно, потому что на питание не хватало, на оплату коммунальных услуг не хватало, не то что там, говоря уже о каком-то лечении, о каких-то платьях себе, да, о каких-то поездках хоть куда, вообще ни о чем не было речи. Сейчас у меня есть те деньги, которые помогут мне в лечении Ильи. Это, конечно, финансовая независимость. Я уже не задумываюсь о том, что мы завтра будем кушать, чем мне за школу заплатить, за коммунальные. Я полностью избавилась от кредитов, которые у меня были за стройку. Это возможность помочь нуждающимся детям. Я тоже не пренебрегаю этим. И если я вижу, что ребенку требуется помощь,
будь то личное, будь то не личное, я помогаю. Вот купила кремчик, да, с этой, в этом каталоге, в следующем каталоге там зубные пасты, потом собрала коробочку, посылочку, отнесла в детский дом. Или адресно, если я вижу, что семья в тяжелом материальном положении, я хоть так помогу, я хоть на семью куплю эту шампунь, да, и просто скажу, на, пользуйся, от чистого сердца, от доброй души. Это много партнеров, конечно, в разных странах. У меня команда интернациональная, Казахстан, Россия, пока. Но также открыта международка и на Украину, и на Беларусь. И я знаю, что придет то время, когда я и там начну развивать свой бизнес. Это самореализация, саморазвитие. Это настолько глубочайшее изменение личности, понимаете, происходит. Ты, во-первых, добрее становишься. Ты уже не злишься на жизнь от того, что у тебя денег нет. Элементарно ну, потратить, да, чтобы еду купить. Ты уже у тебя это просто ну, отходит. Естественно, здесь мы как лидеры, мы вырастаем. Мы помогаем другим людям, и, естественно, через это сами очень меняемся. Прежде всего, конечно, ну, в сторону доброты и помощи, взаимовыручки. Но, естественно, это любимая продукция для здоровья и красоты, о которой я уже рассказывала. Что мне лично дал проект? Вот это вот у меня было еще до того, как я оформила предпринимательство. Вот на одна такая фотография сохранилась нашего старого дома. Вот самая верхняя картинка, да, где белые крашеные двери, можете увидеть. Но вот такой хаос у нас была, полностью перегоревшая электропроводка по всему дому. Ужасные стены, ободранные обои, ну и все в таком вот жалком состоянии. Вот когда я уволилась в мае 2013-го, почему я не сразу начала работать? Потому что у нас была глобальная стройка в то лето, то есть мы уже завершали. У меня на Илью оформлен, ну как, полагается материнский капитал, который я получила и который мы потратили на строительство, оформили разрешение на стройку и пристроили две шикарные комнаты. Вот это с черным ламинатом, где вы видите, и вот это вот столовая, да, в которой я сейчас сижу, в принципе. 32 квадратных метра. Полностью, ну, сами понимаете, стену, крышу переделали еще в 2011 году. В 2012 году ванну полностью переделали, котел, тоже капитальные такие вложения. А в 2013 году, все лето, вплоть до глубокой осени, это была вот эта вот глобальная стройка и капитальный ремонт. Мы полностью заменили электропроводку. Мы полностью отремонтировали дом вообще, ну, как яичко, ободрали стены от звездки, да, шпаклевала я, самокрасила, клеила обои, стелила ламинат, ну, все что угодно. Денег особых, конечно, не было, и все, что было невозможно, делали мастера, все, что было остальное, хоть было очень сложно для женщины, но я это сделала. Естественно, на это влезли в кредиты, сами понимаете, какие. Этих денег материнских, их, естественно, там 300 тысяч ни на что не хватило, и все остальное мы доделывали за кредиты. Но, несмотря на это, после завершения стройки, вот это вот у нас поездка была, старшего я брала, мы ездили Архыз, Домбай, тут у нас Эльбрус недалеко, да, на два дня передохнули, потому что, ну, руки, спина, ноги болели просто ужасно. Вот таким образом, вот, с отремонтированным домом я пришла в проект, без денег абсолютно, с кучей кредитов. Когда я оформила ИП, оформляла ИП, я, когда уже была менеджером 18%, это был сентябрь вот, 2015 года. У меня собралась скидка уже хорошая на номере консультанта. Почти 175 тысяч рублей я получила от компании 8 октября. И все вот эти кредиты, которые мучили все годы нас, да, я их полностью сразу закрыла. То есть сразу, вот сразу отдала и стало сразу легче. Да. Абсолютно, без кредитов сейчас. Я просто счастлива, я рада, я уже не думаю, что мне там надо
10-15 тысяч в месяц отдать, да, за эти кредиты сумасшедшие. Вот просто раз и все, их нету. Вот этого желаю каждому, чтобы у вас были развязаны руки, и вы начали думать о другом. Еще что было очень приятное, это июнь. Звания, естественно, директорского у меня еще не было, и пока его еще нет закрытого, но я ездила на мегафорум в Москву. Там я повстречалась со своей командой, со своими вышестоящими лидерами, с Ниночкой Копол, с Наташей Желуниной. Это, ну, такие впечатления, ну, незабываемые, когда ты вообще никуда не ездишь, никуда. 3 часа ночи, села на поезд целые сутки, 26 часов до Москвы поезд едет, Кисловодск-Москва, поехала, да, поехала в Москву. Это и Москва-река, и сходила я в монастырь Святой Матроны, и мегафорум, конечно, 13 июня, и... По Красной площади мы гуляли 14 июня в день банкета директоров с нашими спонсорами. Это просто вообще, это, я же говорю, такие воспоминания незабываемые. А потом вот июнь, считайте, я съездила, да, потом я все равно денежки копила, собирала, я уже знала, что вот я приеду с моря и открою ИП. И значит, я поехала с детьми на море в Абхазии. Мы были в Новом Афоне, вот на фотографии озера Рица, вот с ребятами, я со своими. Это сумасшедшей красоты море, это пустынный пляж, это теплое море 27 градусов, куча поездок, новоафонские пещеры, и на яхте мы катались, и еще в карстовое ущелье ездили, ну да. То есть видите, что дал мне проект? Ну, я говорю, это просто стоит захотеть, вот в каком-то моменте поверить, переломить себя, усадить себя за компьютер и начать рекрутировать, да, начать углубляться, вникать в проект и добиваться, ну, хотя бы такого. Теперь, когда я открыла ИП, рассчиталась со всеми кредитами, я оформила загранпаспорта, потому что моей... Мечтой всегда было, и я знаю, что я и на золотые конференции, мне паспорт будет нужен заграничный, но также детей вывести за границу. Это на святую землю. Конечно, у меня огромное желание, сами понимаете, да, почему повести детей к стене плача в Иерусалим. Поэтому вот первый шаг уже я сделала, я оформила загранпаспорта, загранпаспорта у нас на руках. Но самое главное, что сейчас есть деньги для того, чтобы лечить Илью наконец-таки нормально, да? Не теми средствами, которые рекомендуют врачи, которые не помогают, а именно вот тем, что поможет. Это есть специальная сеть по России реацентров, где лечат микротоковая терапия, идет микроток на точки, которые взаимодействуют с головным мозгом. Вот один курс мы уже в декабре прошли, начиная с 7 по 25 декабря мы были в Волгограде, сделали 15 сеансов этих токов, плюс логотерапия, ребенок у меня не говорящий, к сожалению, но я верю, что он заговорит все равно. И теперь, значит, вот с 15 февраля у нас второй курс, потом в мае у нас третий курс. Но вот это вот я в Волгограде, как раз на Мамаевом кургане, это Волгоград, это лечение, декабрь месяц. Теперь мы там пропишемся в Волгограде, а в этом году нужно будет еще 3 раза съездить, февраль, май и октябрь. Плюс, конечно, я еще планирую детей в июле, в августе вывести на море, плюс еще банкет директоров в июне, да. То есть график работы у меня и поездок плотный, но я работаю, у меня ноутбук. Чем удобна наша работа? То, что я и ребенком занимаюсь, и работаю. То есть я ноутбук с собой, на процедуры мы сходили, все мы сделали, позанимались, кушать приготовили, я села и работаю, постоянно на связи со своей командой. Каждый курс стоит примерно 70 тысяч рублей, поэтому, ну, сами можете представить, 35 – это лечение, плюс проездка туда-обратно, плюс за квартиру заплатить 20 тысяч за 20 дней, плюс кушать что-то надо. Вот 70 тысяч курс. Но теперь я знаю, что у меня эти деньги есть, и я могу вложить своего ребенка.
Нет, мы живем на квартире, снимаю квартиру. И хочу сказать, что этого бы ничего не было, если бы не было моей потрясающей команды. Я ей готова в ноги поклониться, да, моим ключикам, моим бриллиантикам. У меня уже выросла одна директорская команда в Казахстане. Лидер Машенька Левушина тоже уже интернет-предприниматель. Это очень приятно, когда не только ты зарабатываешь, но зарабатывают твои партнеры. Вот Машонечка уже тоже открыла ИП, тоже получила денежки, получаемые с ней. А Светочка Новикова на верхней фотографии рядом с Машенькой с кремом в руках. Менеджер 18%, она вот-вот откроет звание директора. Светочка Хузовская на 15%, это уже Маша Новичков, да, Светуля, это моя, ну, золотой человек. Тоже вот идем рука об руку, она меня на 10 лет старше, но она такая вообще потрясающая, молодец, молодец. Искра для всех, да, вот это вот огромное. Не обижайтесь, если кого-то не поставила, там на самом деле огромная директорская команда, сами можете понять. Поэтому всех не вместила, конечно. И вот такая вот у меня персональная группа сейчас. Пока небольшая, две группы, 9% еще, третья группа в самом начале. Вот так вот мы работаем. На верхнем слайде это у меня российская группа, вот звездочка Юлечка Кирилычева, менеджер 9%. Сегодня она вечером будет вести вечерний вебинар по Инстаграму, приходите, послушайте ее. Катюшка Савинова в полосатой маечке и Марьян Джелилова, Юлечка еще. Вот хочу сказать, что мы притягиваем тех людей, какими мы сами являемся. То есть, если вы хотите, чтобы в вашей команде были позитивные люди, будьте такими вы сами. Вот у Катюшки двое деток, у нее тоже ребеночек инвалид второй. У Марьян четверо детей, под Кизляром они живут, Республика Дагестан. Четверо детей. Четверо мальчишек, тоже ребенок инвалид. То есть я уже понимаю, что на меня идут те люди, которые, ну, какой я являюсь. Я показываю пример. Вот Марьяна мне писала: «Кать, вот мне сколько предлагали, я все не верила, ты вот написала, я тебе поверила, и все, сейчас уже уровень, да, 6%. Вот еще у меня девочки, ну, сами понимаете, раз Казахстан рулит, да, директорская команда, я не останавливаюсь на Казахстане, раз регистрации идут. А у меня через Россию, в России зарегистрирована сестра моя родная, на нее открыто международное спонсирование на Казахстан. Вот в той группе Олесечка Скурлатова, менеджер 9%, вот в оранжевой маечке, Оксаночка Корзей и Верочка Гречушникова. Вот это вот мои ключики еще в одной группе. И вот в самом начале еще третья группа Казахстана, она у меня называется Ксюша Костенко. В самом начале девочка, но настолько позитивная, что я верю, что директорство у нее не за горами. И вот наши Ксюша Костенко, Юлечка Кирилычева, еще и поэтессы, как напишут стихи, просто за душу трогает. Да, вот такие вот у нас. Работаю я активно 2 года в проекте. Да, за душу трогают наши поэтессы. Юля, так вообще целые поэмы, прям на этот длинные-длинные пишет Юлька. Молодец. Я всем, конечно, очень благодарна им за то, что они поверили мне, прежде всего поверили мне. Я не скажу, что я сильно заводная, я просто передаю свои эмоции, свой опыт, делюсь тем, что я узнаю. Естественно, если ты это делаешь регулярно, если ты делаешь это ежедневно, то твой труд всегда будет вознагражден. У меня на этот год самые великие цели, это, конечно, и поездки, это заниматься ребенком, обязательно я буду. Но и также прописанные цели, планы именно по росту здесь. В ближайшей каталоге я планирую открыть старшего директора, сейчас нужно персональную группу подрастить немного. А потом золотой директор, это, конечно, Юля с ее командой большой уже.
И, наконец, в годы я планирую открыть звание сапфирового директора. Дай Бог, все получится, все мы для этого сделаем. И желаю вам всем, чтобы вы действовали именно, да, если вы будете работать спустя рукава, ничего не получится. Если вы будете активно действовать на энтузиазме, на положительных эмоциях, то у вас все получится всегда. Все. У меня на этом все. Желаю вам всего-всего доброго.